Само название ПТУ, оно, может быть, возвращает нас в какой-то степени к советским временам. Тогда он считался ругателем. ПТУ, ПТУ. Мне кажется, что сегодня это слово очень важное и очень такое серьезное для сегодняшнего контекста, потому что очень многие театральные профессии, они, к сожалению, ушли. Ушли люди, прежде всего, физически, и эти профессии перестали быть привлекательными. В силу разных обстоятельств, изменений нашей жизни, желания получать деньги быстро, желательно в этот же день, все изменилось. И такие замечательные профессии, как завпост, технический директор, ассистенты завпоста, осветители там, и т.д. и т.п. Огромный сегодня дефицит в нашем театре. Потому что, с одной стороны, есть технологии новые, в том числе медиа-технологии, которые требуют освоения. И, конечно, очень важная проблема, я сейчас про нее не хочу говорить, это как мы их используем в театре. Иногда очень бездумно используем, абсолютно модно только. Но, с другой стороны, должны быть люди, которые могут это использовать, умеют этим управлять, которые вообще театральны, компетентны и вообще понимают, что такое театр. Таких людей очень много. Поэтому я приветствую просто вот это третье уже ПТУ. И считаю, что это замечательная программа, и то, что дает возможность переформатировать, перезагрузить людей, которые занимаются постановочной частью, в частности, и другими профессиями, это очень здорово. Это просто я приветствую. И гильдия режиссеров, которые очень нуждаются в том, чтобы у них были такие помощники, такие компетентные люди, она, конечно, будет всячески.